Еще же одним желанием стали игровые наушники с микрофоном. О них уже давно мечтает 12-летний Егор. А вот министр здравоохранения Наталья Пащенко исполнила мечту маленькой Светы Пономаревой. Кстати, тоже жительница Лутугина. Подарок, самокат и сладости от имени министра передал главврач местной больницы Виктор Махортов. Светлана, это вот твой подарок. Самокат. Исполнилось твое желание. Это очень приятно, понимаете, когда в Новый год исполняются их желания, мы дарим им кусочек счастья.